Привет всем! Вы на канале Мои Марики. Сегодня мы снова посетили соляную пещеру. Мы в восторге, особенно детки. Тут появились новые игрушки сегодня. Покажи, пожалуйста, какой у тебя огромный корабль. Вот такой кораблик у Надюшеньки нашей. Мишуля, у тебя какие новые игрушки? Так, джип, да? Джип вот такой вот, с двумя водителями. Это пикап. Это пикап. А, вот как вы определили, да, что это пикап? Слушай, это джип и пикап два в одном, да, доченька? Так, показывай, что еще у вас тут появилось новенького. Это полиция машина. Это полиция машина. Какие она звуки, дочь, производит? Это у нас градусник. Тут у нас еще появились игрушки, аптечка. У нас дома есть аптечка, но не такая интересная. Покажи, дочь, какие есть еще тут у тебя в аптечке приборы. Так. Зубики посмотрели. Давай, фонендоскоп. Ой, темно. Не темно, доченька, это включили подсветочку тут. Мы сегодня попросили, чтобы нам включили расслабляющую, спокойную музыку. Так, наша Наденька лечит нашего Мишеньку. Слушай, да, доченька? Это прибор называется фонендоскоп, доченька. Давай, Мишеньку, лечи. А укольчик куда обычно ставят, дочь? Молодец. Молодец. А сюда так. Нет, в голову не ставят. А ушку поставить. Покажи, доченька, что там еще у тебя прибор для ушка есть, да? Давай ухо. Молодец. Аккуратненько. А, посмотрела. Так, все с ушками нормально, все хорошо? Да, микрофон. Тебе носик. Микробов нету? Все? Отлично? Нет. Все, отлично. Микробиков нету. Так, это что у нас? Это молоточек. Это по коленочке, доченька, ударяет. По коленочке? Так. Ну ладно, это я тебе потом объясню как. Так, еще смотри, покажи, вот что вот это вот, доченька, у тебя такое. Вот это вот. Это что-то очень интересное. Это, наверное, что-то связано с давлением, доченька. Это, наверное, тонометр. Вот такой интересный. Я его даже, дочечка, такой не встречала. Ой. Слушай, дочь. Прикольно. Мишунечка, покажи мне на ручке, что у тебя там есть. Ой, Наденька залечила нашего Мишуньку сегодня. Покажи. Тебе снять? Давай зубы. То есть ты это не засовывай в рот-то. Она же соленая. Ты же соли берешь. Так, я смотрю, доченька, у вас появились еще маленькие такие машинки. Или они были в прошлый раз? Так, такие были. Вот этой машинки не было, пикапа. Тоже была? Ну, значит, мама вот такая вот внимательная. Дочечка, ты такая красивая у меня. Интересная. Так, это у нас, как машина называется? Экскаватор. Экскаватор.
Чудо хигарить. А это мега Значит, маленький ковшик. Да, у тебя маленький ковшик, но тоже экскаватор. Наверное, Мишка сейчас догадался, что нужно делать. Точно. Надюш, Надюш, машинка там есть еще, дочь. Миш, не возьми, там еще есть машинка. Вот, оказывается, у нас какой огромный пароход. У нас помещается там несколько машин, да, Надюш? Вот еще. Ну-ка, давайте попробуйте. Так. Вот как у нас заезжают машинки прямо в корабль. Надюш, у Миши еще машинка есть. Вот, все, все машинки поместились, дочь. Теперь складывай. Так, ага. Вот, все, можно плыть. Куда поплывешь? Куда повезешь транспорт? На ту гору? Так, горошек, сосиски, перчик, зелень, рыбка. Кладим. Курица. Это магазин. Молодец. Закрывай крышечкой. Вот крышечка лежит у тебя. Подожди, давай. Закрывай. Будем готовить суп. Молодец. Все. Давай, нанеси, Поля. Это Миша. Его здесь делите. Такие дельфинчики тут у нас симпатичные. Столик есть, чтобы деткам рисовать, разукрашивать. Карандашики, зверушки тут. Доченька, тут зверушки лежат, в которые вы играли в прошлый раз. А где колесочка? Телевизор есть. Любой мультик можно попросить. А колесочка, да, доченька, колесочки нету сегодня. Она, наверное, дезинфицируется. Вот такой тут красивый потолок. Да, дочечка, наверное, угу. Вон, детки у нас помнят все игрушки, которые были в прошлый раз. Была маленькая колясочка, мусоровоз. Тут очень уютненько, комфортно. Особенно мне нравится, что здесь чистая соль. На улице в песочке играешь, чего только не найдешь. Страшно. А здесь и чистенько, и уютно, и спокойно. И детки при деле, занимаются, развиваются. Песочек играет, новые игрушки играют постоянно. Очень мы рады, что здесь постоянно происходит обновление. Ты продолжаешь Мишуньку лечить? Наш Мишунечка немножко подпростыл, поэтому нужно обязательно его, доченька, вылечить. Правильно, дочь? Давай, доченька, ты же всегда о братике заботишься. Наш Мишунька засмотрелся на телевизор. Будем очень надеяться, что соляная пещера поспособствует выздоровлению нашего малыша. Дружить будем? Давай, будем дружить. Помогите. Привет. Одной рукой, да? Привет. Тебя как зовут? Скажи, Леш, а у тебя как зовут? Тебя зовут Красный Джип Ред? Да. А меня зовут Голубобелый.
тоже джипик, наверное, или кроссовер, непонятно. А зовут меня Blue White. Да, Blue White. Да, а по-русски полиция машина. Тебя... Я улезу. Ты хотел, чтобы я тебе помог? В чем ты хотел, чтобы я тебе помог? Что у тебя случилось, приключилось? Я... Добби... Меня лечили. Добби меня лечили. Ты хочешь, чтобы тебя лечили? Да. Тебя нужно отремонтировать? Надь, ты ногти подстригаешь, Мишки? Как будто папа подстригает. Как будто папа подстригает, да? Аккуратненько, да. Да. Ну, поехали, значит, на СТО. На станцию технического обслуживания. Ремонтировать твою машину. Поехали, я тебя провожу. Давай я тебя буду лечить. Ты... Наша доченька решила машинку лечить по-свойски, по-человечески, да, дочь? Это что получается, вот тут у машинки грудка, там спинка, да? Животик. Как хулиганов. Но вот полиция машина поймала хулиганов, посадила вот сюда вот, закрыла тут аккуратненько, хорошо, дверь, чтобы они не вышли. И вот они только через решеточки могут смотреть на улицу. Да. Да. Это же хулиганы. От них все можно ждать, поэтому их нужно держать за решеткой. Да. Ну, конечно, не поместится. Вот так вот, да? Да. Слушай, Мишулечка, есть такая машина, на пароход залезет, она может в море упасть. Да, вот так скатится и все. Ты будешь держать? Да. Мам, закрой эту больничку. Закрой давай. Ты куда пошла? На вызов? Да. Ты как будто работаешь в скорой помощи, и тебя вызвали, да? Детки, наверное, у кого-то болеют. У тебя такая вот есть косметичка. Ой, косметичка, говорю. Больничка, конечно. Это на что села? Дочь, на корабль, что ли? Мишуля, о чем ты задумался, солнышко? Надо меня лечить. Надо тебя лечить, да? Да. Ну, все. Сейчас Надюшечка тебя вылечит. Отсюда выйдите, вы у меня здоровенькие, счастливые. И пока Мика лежит, она будет... Надюшка тебя будет лечить, а ты пока будешь играть. Все хорошо, доченька? Сердцебиение, пульс, все хорошо? Угу. Вот так мы сегодня интересно, приятно и полезно проводим вечер. Сеанс длится 40 минут. К сожалению, конечно, тут деткам хочется еще побольше. Но больше, чем один раз в день, нельзя. Но вчера мы деткам купили... Две игрушки, два транспорта, малыши. Лимузин и кабриолет. Так что, если что, детки, вас они будут дома ждать, да? Коровы там нету? Да. Ну, значит, они тоже дезинфицируются. Тех игрушек, которые нету, они сейчас проходят обработку. Дезинфекция называется. Это ослик? Да. Правильно, молодец. Это ослик. Хорошие такие интересные зверушки.
резиновые, что ли. Очень такие приятные. Будешь их гугать. Попались. Попались? А, да. Ты зачем их давишь, Мишонь? Чтобы они стали красивыми? Да. Ты решила пора закрашивать? Тот кораблик, с которым ты играла, ты решила разукрасить. Правильно, а дочь? Я хотела покачать. Все, ты разукрашивалась уже. Мало что-то ты порисовала. Мишенька, возьми правильно карандаши, как я тебе показывала. Мишень, надо приучаться сразу правильно держать. Наш Мишка предпочел лучше поиграть в машинку на столе. Моя больничка. Он тебе ж пусть поиграет в больничку. Может, он тебя хочет полечить? Все, порисовала. Порисовала, ну хорошо. Почему-то нашим деткам очень понравился такой трактор. В магазине искала, найти не смогла. А мне нравится джип. А тебе нравится джип, да? А мне болится больничка. И мой маленький, подписывайтесь на наш канал.